Более 100 молодых сотрудников, активистов молодежной организации при правкоме ВНЕФ решили создать свое видение будущего профсоюза ядерного центра. Разделившись на группы, они спорили, обсуждали, выделяли плюсы и минусы, разрабатывали концепцию молодежной профсоюзной организации. Корпоративная философия – это неотъемлемая часть, фундамент любой организации. И есть множество статистик, подтверждений того, что организацию, которая обладает своей миссией и своими ценностями, она работает эффективно. Профсоюз сегодня задумался тоже о разработке собственной миссии и ценностей, поэтому обратился к молодежи. Что важнее в профсоюзе – человек или команда, чьи интересы защищает организация? Зачем нужен профсоюз? Много острых вопросов и еще больше смелых ответов на эти вопросы. Но организаторы семинара не боялись новаторских идей, а даже ждали от молодежи активности. Это было бы здорово. Вот в этом плане, значит, лично я, допустим, вот этого не боюсь. Только за. Результатом работы 5 групп стали доклады о том, как они видят современную профсоюзную организацию, какими должны быть ценности профсоюза, а главное, в чем ее актуальность для работников. Мнения некоторых докладчиков вызывали дискуссию в зале. Лучшую концепцию не выбирали. Каждая из представленных разработок будет детально рассмотрена в правкоме. Профсоюз – это все-таки равенство всех, и поэтому каждое мнение будет услышано. Конечно же, на базе этого мы будем дальше работать и вырабатывать свои какие-то тезисы, правила и какие-то документы. На данный момент планируется создание декларации. Работа семинара в рамках проекта «Школа молодого профсоюзного лидера» показала, что молодежь открыта для перемен и ждет их. Насколько готов профсоюз к реформе, покажет время. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.